Аккуратно Людочка тут высадила помидорки. Часть вчера, часть сегодня заканчивает, я так понимаю. Правильно я понимаю, Людочка, ты заканчиваешь? Грядка заканчивается, а рассада нет. Грядка заканчивается, а рассада не заканчивается пока, Максимушка. Это бабушка у нас привезла. Приезжали недавно в гости. Всю эту рассаду бабушка у нас делала. Выращивала. Рассада крепкая, хорошая, здоровая. Бабушке наши привет. Бабушке наши привет. Угу. Спасибо большое за рассаду. Будем кушать помидорчики. Перцы еще стоят, ждут очереди у нас. А по поводу помидор, то еще грядку будешь делать? Ну, сейчас посмотрю, сколько останется. Там вон, видишь, сколько еще? Угу. А, вот там вот, или там лук, ой, фу, там морковь вот, будет? Вот, вот. Я понял. Вот там морковь будет? Нет, там будет клубника, ой, земляника там. А, земляника. Да. Значит, еще грядку надо где-то будет. А это я тут работаю. Своим агрегатом. Вон такую приблуду сделал. Наварил сегодня с утра. Металл тонкий, так что вот как есть, так есть. Зато весь вес сейчас на них приподнимаю за ручки и толкаю. И нормально иду вперед. Мне нравится. Какую приспособу придумал папа? Соня говорит, а зачем вы, говорит, мой велосипед, говорит, сломали? Папа говорит, теперь мотоблок на нем ездит, говорит. Я отъездил. Все, ничего, ей не нужен. Она уже выросла из этого велосипеда. Здесь это, его только в металлолом либо выкидывать на мусорку. Я распилил. Ну, поначалу испробовал так, на этих, на завязках всяких, на проволоке. Мне понравилось. И дальше вон вчера вот, а сегодня, то есть, заварил уже на трубе, на отрезке. Mm-hmm. Металл, конечно, это тонкий тут, очень тонкий. Ну, а что это? Прожигал я. Не для хозяйственных работ ведь. Не для хозяйственных работ ведь. Не для хозяйственных работ ведь предназначенный. Ладно, давай работай, мне сажать надо потом. Короче, он говорит, что намного легче с этими колесами, если вам не слышно. Лето, жара, погода супер. Курёшки вышли, значит. Хорошо. Это прекрасно.
Так, дуванчики все расцвели. Уже собирать не получится. Здесь он беленькие уже. Белые. Так, вот шланг, кстати. Это соседям идет. Помогаем с водой. Вот развязка. Это ихний шланг. Вот этот зеленый ихний шланг. Белый тоже. Синий наш. И он это подтекает нас. Вот. А здесь вот такая красота. Поставила такие большие грунтозацепы. Колеса. И окучник. Будем картошечку сажать таким вот способом. Прошелся быстро вообще. Понравилось. Смотрите, какие хорошенькие гребни. В эти борозды положим картофель и также пройдусь кучниками. Считай, завалится с двух сторон земля. Как-то так. Правда, не знаю, как будет на практике. Но мы как-то вроде делали. В прошлом году вручную сажали. Поле небольшое. Вот до сюда где-то, наверное. Остальное тут грядки будут еще.